Хороши. Значит, когда мы будем складывать в разряде единиц, тоже будет 6. Поставим. При умножении на 5 двузначное число останется двузначным. Что это значит? Не будет перехода через разряд. А это означает, что там стоит 0. Маленький. В начале не может быть 0, в начале может быть единица. Вот здесь не будет перехода через разряд. Всем понятно, почему здесь единица? Всем понятно, почему единица? Понятно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, мы можем поставить вот сюда. Из чего будем выбирать? Из каких цифр? Да, пожалуйста. Из каких цифр будем выбирать? Из каких? Это слишком большой размах. Да, от 1 до 9, конечно. От 0 даже до 9. Но у нас при умножении на 2 получится 6. Поэтому наш круг сужается выбором. Ну давайте, да, пожалуйста. Три или... Нет, вот 2 не подойдет. 2 на 2 будет 4. 3 или какое число? Да. 2 на 5. Еще раз, чтобы получить 6, 2 можно умножить на 3 и... Да. Или на... На 8. Молодцы. 2 здесь может стоять. 3 или 8. 3 или 8. Я не знаю, что там будет стоять, поэтому я рассмотрю оба этих случая. Возможно, это будет 13 умножить на 52. Умножаем. Совпали. А может быть, нам надо проверить и второй вариант. А может быть, это 8, и тогда мне надо 18 умножить на 52. 2 на 8. 16. 6 пишем 1 в уме. 3. 5 на 8. 40. 0 пишем. 4 в уме. 5 на 1. 5. И 4 в уме. 9. Получается 936, а по условию у нас семерка. 3 не равно 7. Значит, не подходит по условию. Остается только один вариант.